Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал «The Quiet». Я нахожусь в Омахе, на 24-й улице, такой мексиканский квартал. Специально сюда приехал, чтобы снять такое предновогоднее интервью. Сегодня канун Нового года, 31 число. Все уже, наверное, уже сидят дома за столом. Кто-то уже успел внедрить шампанское или что-нибудь покрепче. Но, тем не менее, у нас еще пока 6 вечера. Но Новый год мы тоже будем отмечать. Хотя сами американцы больше отмечают Рождество, чем Новый год. Вот. Ну, такая национальная особенность. Вот, как бы, такие вот магазинчики здесь. Все украшено. Ну, интересно. Вот. Хочу всем пожелать в новом году самое главное — здоровья вам и вашим близким, удачи, денег побольше, реализация ваших планов. Я сделал небольшую такую нарезочку нескольких таких семейных предновогодних и рождественских видео, которые включил, ну, в качестве такого поздравления от канала. К сожалению, у меня сейчас практически нет времени каналом заниматься, у меня идет куча своих проектов. О, тату делают ребята вон там сзади меня, набиваю тоже. На Новый год себе татушку сделать, прикольно. Вот. Опять же, очень сильно был занят собой. Сегодня у меня рекорд. 95 килограмм ровно, идем на 90. Ну и закрываем мы этот год с показателем 95 килограмм. У меня весы только что показали 94,8, но я взял в руки фотоаппарат. И, к сожалению, у меня немножко вес добавился. У меня уже третья трансформация, я еще не знаю, какой имидж закрепить, но все в моих силах, как вы видите, на своем собственном примере показывает, что нет ничего невозможного. Если вы хотите над собой работать, если вы хотите что-то добиться, все исключительно в ваших руках, ребята. И если вы в этом новом году хотите чего-то добиться, вам нужно всего лишь оторвать свою задницу от дивана и сказать: я это хочу сделать, и у вас все непременно получится. Ну вот именно это я и хотел вам пожелать. Очень много у меня лежит материала, очень хватило бы на целый год вещания канала, выкладывая по несколько видео каждую неделю. На год бы хватило мне материала сейчас. Но, к сожалению, как говорил уже, у меня времени сейчас очень мало. Дойдут руки, что-то выложу. И поездка в Миннесоту заснята, и в Денвер несколько поездок, и путешествие по глубинке, по американской. Где только мы не наколесили с женой и с детьми в этом году. Вот. Просто надо сесть, заставить себя этот материал смонтировать. Вот. Ну, надеюсь, вас чем-то порадую. В меру возможностей, в меру времени. Вот. Ну, еще раз вам скажу, с Новым годом, с новым счастьем, открываем шампусик и пьем, ура! Снимаешь? Я вообще только первый раз вижу ноты эти, я читаю с листа так. А что это? Что это у тебя такое? Это я взял в аптеке, я в библиотеке снизу ноты. Где взяла? В библиотеке. В библиотеке? Да. Я сыграю одну вещь, если хочешь послушать хорошую. Давай. Я уже ее учила. Давай, 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 давай. Что? Да играй ты в этой тональности. Органной? Ну давай, что нет-то? Thank you.
Че, отлично. Это я только первый раз ноты вижу. Да? Ну слушай, да. Хорошо. Это второй раз играю. Че, минуэт какой-то? А кто это исполняет? Я не знаю, это современная музыка, называется And the Band Play On. А, в преддверии Рождества. Это моя семья. Дочка Лиза, жена Зина. Смотрят мультики, музыку исполняют. Зинка молодец. Испекла мне лягушку из теста. Сейчас буду показывать. Небольшой, конечно, тарарам. Игрушки разбросаны. Нормально. А вот это шедевр кулинарный Зинкин. Вот такая вот получилась у нее лягушка из теста. А Лиза помогала ее декорировать. Вот. Зин, какое ты тесто использовал для лягушки? Лиза глаза делала сама. О, Лиза глаза делала. Глазки делала. Немножко неровно получилось. Ну, первым блинком будем это самое экспериментировать. Вот идет автор. Квак! Квак, говорит Лиза, квак. Куки, квак! Квак! Будем квака пробовать сейчас? Сейчас чай сделаем, будем квака пробовать. Тесто для коржиков, вон жена подсказывает, говорит, тесто для коржиков. Потому что, чтобы оно мягче было, потому что из обычного для пирожков оно очень жестко, лягушка получится, если для пирожков. Ну давай чай сделаю, сейчас будем пробовать, да? Я не знаю, что получится, обычно делаю маленькие, я сейчас такую. Да, елочку вот покажу сейчас нашу. Я не пробовала столько тесто делать, такие большие вещи. Все, идем делать чай и пробовать эту замечательную лягушку. Вот. Вот такая замечательная лягушка получилась с тестом, из теста для коржиков. Ну, нам мягче получилось, чем обычное тесто. Да. Пожалуйста, что мы... Попробуем. Лиз. Ну, давай попробуем. Минус то, что тесто будет быстро сыхать, надо быстро есть. Ну, так мы что, будем на завтра что ли оставлять ее? Потому что, если удержать, она... Засыхает и не будет слишком, не будет очень вкусно. Она не будет такая сочная, если надо съесть сегодня его. Это такое тесто, нужно съедать его сразу. Слушай, а что это за суп, какие-то декоративные используют, что это такое? Малышки сладкие, мы травку сделали. Это лакрица, что ли, да? Да. Ну, мы с ней сделали травку, сделали. Интересно. Это она сделала. Там? Это она ест? Да. Лиз, ну как? Она свою лягушку в сторону съела маленькую. Лягушка у нее маленькая была своя. Своей лягушки не было? Да, она съела. Сама сделала? Да, когда жалька она сделала, она съела сразу ее. О. Ну что, будет пить, значит? Садись, не стоит, все стоит, поешь. Да? Да, она села со мной, катала шарики, резала лапки, резала. Так, специально брала ножик, резала лапки. Дайте поцелую, спасибо за лягушку. Пожалуйста. Старались. Скоро Рождество, так что мы еще что-нибудь снимем, да? Кто там вылез? Ренька у нас сегодня спит. Ренька кадр не попадет, они в этот раз не попадет. А то это язык она ест. Она ест лягушку. Больше лягушки есть, да? Лягушка в кухне. Ну, придумали фирменное блюдо. Лягушка из теста для коржиков. Вот. Всем привет. Сегодня 25 декабря 2016 год. Католическое Рождество в Америке. Меня зовут Максим, это моя жена Зина. Мы сегодня... Мы его, кажется, не празднуем, как американцы. Да. Но частично накроем сейчас маленький столик и друг и поздравим. Мы не католики и не христиане даже. Вот. Но праздник есть праздник. Вот. Почему нет, собственно говоря? Мы полезных перспектив никогда не супротив. Мы здесь живем же. Да. Должны соблюдать культуру этой страны. Должны соблюдать. Тем более хороший праздник. Почему нет? Светлый праздник. Практически Новый год, который будет через несколько дней, да? Угу. Я все-таки больше Новый год люблю, хотя американцы больше любят Рождество. Вот, да? Новый год не празднуют. Ну, празднуют не так радостно праздник, и счастливо. Праздник разбросан, дети играют пока еще. Дети, перед да, перед сном. Елочка у нас. Деда Мороза у нас и Санты в этом году под елочкой нету, с переездом. У нас Санта потерялся. Сейчас мы вместо Санты посадим исполняющего обязанность Санты. Вот. У нас в этом году будет исполняющая обязанность Санты. Вот. Сажаем.
речь делаю. Да. Женьке очень нравится этот квак. Нет! Нет! Тебе тоже нравится? Нет! Тебе не нравится? Нет! Что нет? Защищаешь квака? Спасибо, Женя. Спасает квака от Жени. Женя, квак, оставь в покое. Так. Все, все, спасаем квака от Женьки, держи квака. Иди сюда, у тебя вдруг Крисмас, это твой подарок. На Крисмас, держи. Жень, иди сюда, это твой подарок. Жень, держи. С праздником тебя, с Крисмасом, на, держи коробочку свою. Дай, глядите. Давай откроем вместе с тобой, открывай коробочку. А что там такое? Давай, открывай. О, это твой что? Это твой первый планшет? Да. Вау! Держи, смотри, Жень. Вау! Держи, на, Жень. Дай, дай. Надо вытащить его с коробочки, пусть играется. Сейчас свой подарок будет. Сейчас Лизе подарок получит. Давайте Лизе вручайте. Держи. До Нового года еще рановато, но Рождество уже наступило, да? Вручай. У нас подарки есть, да? Это именно и на Крисмас. И тебе, ты у нас родилась здесь, поэтому это твой подарок. И твой праздник. Давай, открывай сама. Вау! Держи. На. Игра. Музыкальная игра, музыкальная. Так. Это будет самый главный подарок. Давайте, мой, вручайте мне. Это подарок лишь на столе. Это твой подарок. Это мой подарок, неси его сюда. Мне самой достать? Ну, я сам могу достать. Держи вот аппарат, снимай меня, я буду доставать свой подарок. Подарок. Опа. Ёкарный театр. Слушай, это то, что я мечтал. Вы посмотрите. Как квак! Квак видеть! Слушай, сейчас будем чай. Из этого квака будем пить. Мама. У меня теперь есть фирменная чайник вот в виде квака. Вот, но это просто супер. Все. Китайский давай. Открой. Откроем. Все довольны подарками. Слушай, дайте поцелую, вообще угадывай подарок. Ты посмотри, какой у меня подарок, а? Мировой, а? Только что аж не прыгает, а все остальное делает. Все, сейчас мы тот чайник заварим. Тебе открыть, сейчас откроем. Это игра, он музыкальная, там она со звуком. Это со звуком? Да, это бизнес. Ну давай свой достанешь-то, это моя лист, сейчас откроем. Я хочу посмотреть, что у тебя, давай. Да, ты не просто вручишься, что я же не Санта. Я же все за Санту, вот подарок. Ну давай, я тоже не Санта. Ква-ква, вас с Новым годом. Вручайте Крисмасу подарок, вскрываем, смотрим, что у мамы есть. Всем мама же интересно есть, знать, что мама там. Есть, мама женские дела. Женские дела? Давайте покажем женские дела. Их в эфир можно показать, женские дела? Да. Покажите женские дела в эфир. Такая цепочка. Так. С кулончиком. Так. Это браслетик. Ну, все, красавица, можете в театр. Это подседнело, но мне очень нравится такой стиль такой, когда все слишком, когда слишком небольшое и аккуратное. Отлично. Акой бокс. Открыть вам. Акой бокс. Ну все, тогда что делаем? Чай или кофе сделаем? Сейчас кофе сделаем. Кофейка, наверное, да? Чай сегодня уже потом чай сделаем, да. Сейчас чай заварим, вот там чайнички и все, с лягушкой. Чай заварим, все хорошо. Все довольны подарками? Все довольны подарками. Женя уже пытается коробку открыть. Все, подарками довольны все. Сейчас будем заваривать чай в чайнике с лягушкой. Вот. В этом чайнике сейчас будем чай заваривать. Вот. Акуяку. Все. А, с Рождеством всех. Мэри Крисмас. Прошедшим, да. Уже Крисмас наступил. Но он наступил уже, все еще не прошедший. Закончится завтра утром.
понедельник, да. Да, завтра. Сегодня магазин не работает. Мы сидим дома. Нам некуда идти. Завтра пойдем в магазин. Завтра пойдем в магазин. Вот. И работой займемся, да. Перед Новым годом нужно кучу дел закончить, так что неделька получится достаточно такая интенсивная. Да? Угу. Все. Всем хорошего дня. Счастливо.